Староосколском художественном музее открылась одна из самых долгожданных выставок «Кладезь истории», посвященная глиняной игрушке. Ее особенность в том, что она интерактивная. Это когда экспонаты не только можно, но и нужно трогать, играть с ними, выполнять различные задания. Навигационная система в виде вот таких вот подсказочек показывает нам, что можно дотронуться, что не всегда привычно, да, для музейного посетителя в музее, и услышать, как звучат наши вот, экспонаты. Над созданием выставки трудились десятки специалистов, а также местных школьников, помогавшие делать видеопрезентацию, подбирать звуки игрушек. Интерактив что такое? Это не обязательно какое-то цифровое, да, оснащение. Интерактив предполагает, что музейный предмет экспонируется таким образом, что мимо него невозможно пройти, и он не останется незамеченным. А еще он обязательно запомнится. Такая экскурсия скучной не будет, наоборот, станет увлекательной и интересной. Потому эту выставку решено сделать постоянной.